друзья, всем привет! Всем привет! С вами, как всегда, Андрей и Юля. И мы сейчас находимся в Хургаде. Приехали мы посмотреть отель Синдбад Клуб, четверочка. Просто, ребят, у нас было много запросов по хорошей четверке. Мы знаем про этот отель, мы про него много слышали. Но решили сами посмотреть и как бы прожить сутки здесь и прочувствовать его. Да, и наши друзья здесь тоже отдыхали и очень остались довольны. Мы сюда приезжали только вечером, но... Теперь решили более подробно, детально посмотреть, как здесь с питанием, какой здесь пляж, бассейны, бары. Детская анимация. Детская анимация. Потому как этот отель очень популярный среди семей с детьми, потому что ну, он ориентирован на детей, должен быть, по крайней мере. Покажем, как здесь заселяют, если вы приезжаете рано, ну, насчет раннего заселения, и как быстро дают здесь номера. Заплатили мы за одну ночь, двое взрослых и ребенок, $100, то есть 3000, где-то 800 гривен. Ну, ребенок, он живет бесплатно, поэтому на двоих взрослых будет такая же примерно цена. Друзья, и мы просто ради интереса проверили этот отель на других ресурсах, там, на сайтах. Цена была практически в два раза дороже, чем она вышла нам через как бы, нашу программу. Через JoinUp, через туроператора. Поэтому будет желание, любые отели Египта и не только. Мы оставляем телеграм в описании, пишите, мы вам все расскажем, подскажем и сделаем отель по хорошим ценам. Ну, а мы начинаем наш обзор. Поехали! Что там? Пока ничего. Ничего? Да, ребят, сейчас мы оценим этот отель по нашей шкале отелей. Да, hello. Hello. Good. No. We will wait, check in. Take a small juice and still luggage with you. Okay, thank you. Давайте я вам покажу немножко ресепшн. Ну, это четверка, ребятки. Это хорошая четверка. Welcome. Welcome, Украине. Сказали, нам дадут best room, я? Yeah? Best room. Все отлично, best room. Да, YouTube рулит, короче, друзья, заводите каналы. Так, Ваня, ты понял, дядя сказал, best room тебе даст. Egyptian like Ukraine. You like Egyptian, very. Меня люблю Украина, Украина любит меня. Во, отлично. Сейчас проверим, как вы любите Украину. Это единственный отель, наверное, в Египте, у которого есть подводная лодка. Да? Многие экскурсии продаются именно на эту лодку подводную Синдбад. Я понял. И там, похоже, можно купить экскурсию на подводную лодку. Синдбад. Вот туда, да? How much? Вот она, подводная лодка. Сколько стоит? $50. 50. Одного. Один. А, бэйби? Такая хорошая, дети бесплатно. Дети бесплатно. Я тоже дети. Давай пять. Дай пять, дядя. Дай пять. Сможешь? Все, нормально. Ну что, как у нас? $50. $50. Отлично. 25 метров от воды. 25 метров? Да, в окружении. Друзья, мы только заехали 5 минут, уже дают браслеты. Все, отель по нашей категории, ну, по одной из наших категорий, отличный. Все, инклюзив. Breakfast from 7 o'clock till 10, lunch from 1 till 3, dinner from 6:30 till 9:30. I will give it to you full information for the hotel now. Yes. In the paper. Yes. Okay. After eat something and come back to me, please. Я теперь в законе. Thank you very much. А бэйби? Бэйби будет? Ваня, ты хочешь браслет? Давай. Клиника, кстати, есть. По всем страховым вопросам можно обращаться. Выбираешь меню. Номер комнаты, понятно. Ну что, комнату нам когда дают, Юля? Сейчас сказали, после завтрака. Мы идем на завтрак. Идем на завтрак и возвращаемся, нам дают комнату. Все, отлично, ребятки. Ну что, пошли смотреть отель? Да. Он такой прикольненький, зелененький. Хорошие лежаки. Посмотри, какие лежаки. Это вообще. Друзья, и это четверка. Четверка, но с уровнем пятерки. Есть там вот такие тоже, как кровати. Ух ты. Я уже хочу здесь полежать. Вон, детвора бегает для косита. Бассейн детский, вот, и дальше взрослый. А, еще там какой-то джакузи. Вода должна быть с подогревом. Ну, дети так плескаются. О, градусов 28. Отлично. Посмотрите, сколько детей. Там дети. Здесь пацаны плескаются. Не, ну вот лежаки – это уровень вообще. Вообще этот отель
ориентирован на детей. То есть можно сказать, что это отель для детей, для отдыха с детьми. Мне кажется, идем? Это как аналог какого-то Аладдина. Мы были в Аладдине, нам понравилось, но он был постарее. А мы сейчас идем на завтрак. Главный ресторан отеля, он находится сразу при выходе из зоны ресепшн, лобби. Заходим в ресторан. Hello. Good morning. Ваня хочет сок. Чай, кофе. Сакара пиво. Сейчас где-то 9 часов утра. И народа не так много. Так, вот основной зал. Где мы будем сидеть? На улице? На улице давай. Ну, омлеты. Да, все начинается с омлетов. Будем омлет заказывать. Ну, давай пройдемся пока, посмотрим. Есть. Яйца, тефтельки. Я, наверное, возьму... Ой, тут знаете что? Тут даже написано, сколько калорий. 100 граммов, смотрите. Ну, первый раз такое вижу. Это очень удобно для тех, кто считает калории. Я когда-то считала. А вот, смотрите, картошка 50 грамм всего лишь на 100... Ой, 50 калорий на 100 грамм. Давай дальше. Я возьму Ване немножко Ой. Не, не будет он вот такой. Вот такие помидоры. Вот такой омлет. Яичница скрамбл, да? Сосиски можно взять. Я ему возьму. Возьму Ване. А тут тоже яичница. Здесь тоже жарят омлеты, и я вижу, что как бы очереди небольшие. Да, в двух местах очень много сковородок, поэтому быстро все происходит. Сейчас мы закажем. Hello. It's pancake, yeah? Панкейки делают. А баклажаны какие-то вот с хлебом. Это у нас фалафель, понятно. Так, это у нас вот каша бобы. Бин. Везде, кстати, да, вот калории написано. Смотрите. Лимон. 200 калорий на 50 грамм. Кто не знал. Так, ну здесь хлебобулочное. Что-то яйца вот такие варят. Я вот не помню, как они называются. Но надо будет как-то попробовать. Это что-то тосты. Опять же, это яичница скрамбл. Еще какая-то вот яичница. Сосиски красные. Это у нас хлеб. Ну, опять же, бобы и тут яйца. Конечно же, молочная каша. Да, что-то там. Ребят, соленья. О, кстати, есть вот такая вот рыба. Похоже, копченая. И вот такая рыба есть. Всевозможные маслины, соленья. И здесь что-то, какая-то рыба. Надо будет рыбки набрать. Овощи, огурцы, помидоры. Вот это должна быть неплохая колбаса. Сыры, сыры, сыры. Выбор сыра большой. Там какой-то еще есть. Это у нас йогурты, йогурты, йогурты. Это что такое? Белый сыр. Сюда надо под яичницу взять фета, сыры. Ребята, а выбор реально огромный. Вот столько выбора белого сыра и феты я пока не видел в отелях. А вы посмотрите, сколько здесь масла. Вот какое хочешь. Черный перец, соевое, оливковое, лимонное. Горячая вода, американо можно взять. Соки, чаи, сухие завтраки, понятно. Булочки, булочки. Еще булочки. Всевозможные пончики. Вот супер просто пончики, да. Там пончики. А, вот, отлично. Это можно брать. Сразу возьму парочку. Фрукты, фрукты. Вот такие кексики. И вот там, смотрите, да.
Круассаны, хлеб, булки, хлеб. В общем, хлеба тоже выбор огромный. Можно сделать тосты здесь. Вот, а что здесь еще? Вот, ребята, это детский стол, детский уголок. Какие-то те же сосиски, которые были на взрослом уголке, но вот просто вот отдельно им положили. Честно говоря, лично я в шоке. Мы вам сейчас все покажем, ну, в принципе, я вам показывал саму раскладку. Официант подошел, сразу спросил, что мы пьем. Шоколад, кофе, капучино. Юля, да? Да. Ну, понятно, мы взяли яичницы. Омлет. Что у тебя там? Омлет, баклажаны, это фасоль, бобы, в общем. Бобы, да. Пюре. Ну, огурцы, зелень какую-то взяли, яблоко. Зеленушка, сосиски там. Нет, сосисек нет, там эти маслины. А вот, смотрите, друзья, я первый раз такое видел. В общем, стоит такая посуда с нутеллой. И просто берешь такие вафельные стаканчики, набираешь себе нутеллу. Сейчас эту нутеллу я себе на этот круассанчик хрустящий, да? Есть пончики тоже разные. Кстати, надо попробовать насчет этих пончиков, как они. Настоящие пончики или так просто? Попробуем. В что общем, ты скажешь? Достойный завтрак. Ну, в принципе, и стоимость этого отеля как у пятерки, поэтому. Ты видел, какие выборы сыров, вот этих хет? Да. Масло. Рыба, ты рыбу брал? Да, и рыбу. А, кстати, у меня там рыба есть. В общем, Ванька с утра поел, поэтому не говорите, что мы там голодом морим. Он с утра нормально дома покушал, сейчас он. А это что, птичка капнула? Да ладно. Ребятки, к деньгам, к деньгам. На блинчик какнула птичка. Надо позвать официанта. Здесь же просто вот мы ж на улице, они взлетают. Может, все, ребятки, да, предлагаю покушать. Ну, тем, кто кушает, приятного аппетита. Вот, а мы в конце скажем, как вообще, вкусненько, невкусненько. Кстати, ну, хотя, а что тут может быть невкусненько? Омлет я заказывала с сыром, он пустой. Have a nice day. Так, друзья, мы позавтракали, и нам дают номер. Романтик. Романтик номер? Номер для молодоженов. Сейчас покажем. Один багаж? Один багаж. А where is kids club? Аквапарк. Аквапарк? Yes. You have... You speak English? Yes. You have room, 3 floor, big family room, 2 rooms. Теперь Юр, Deluxe Room. Ого, Deluxe Room. Друзья, смотрите, что происходит. Андрей! Иду, иду. Да, сейчас мы номер наш посмотрим и пойдем в детский клуб, хорошо? А, мы живем в главном корпусе. Да ты что? Family Room Deluxe. Романтик. Романтик. Main этот building, друзья. Здесь есть еще другие корпуса, немножко дальше, где жили наши друзья. Это нам за Long Beach, я вам так скажу. Посмотрите, Long Beach, кто не видел. Нас там поселили вообще в такую же, что вот. А здесь вот мы уже прям подготовлены. Юля прям на ресепшене уточнила, где наш корпус, где наша комната. Слушайте, нам тут идут и рассказывают, что в этом отеле всего 2 таких номера, ну, да? Только 2, да. Один наш. Юля, надо дать 50 фунтов. Надо. Как хочешь, да. Ну, он поэтому все рассказывает. Конечно. Ты снимаешь? Да. Как я говорю обычно, с Богом, друзья, с Богом. Ну, сейчас проверим. Включай карточку сразу. Куда? Сюда. Есть? No? Есть. Свет. А ну, свет включай. Так, ну что, заходим в номер. Здесь ну, это как квартира. Вау. Смотрите, вот здесь. Как включайте квартира. Свет, light. Ага. О, тут о, даже подсвечивается. Смотрите как. Ваня, это твоя шкаф? Юль. Да. Значит, что тут? Боже. Холодильник, сейф, вода, чайник и кофе. Понятно, шкаф. Кремпеля. Здесь вот такие полочки. Слушай, вообще шикардос. Я уже вижу полотенца пляжные там лежат. Да, ну, ничего уже... себе! Уже Юля, лежат? Я представляю, у нас тут такой балкон, что просто... Ого. А ну-ка открывай нам балкон, Юля. Это моя комната? Это наша комната.
Нет, это наша. А ну открывайте. Ой, мы смотрим, у нас вид на море. Нет, хочу, я тут хочу. Твоя комната. А, вот это отель Сери. Сери, хотел 5 звезд. Новый отель, тоже принадлежит группе Синдбад, yes? It's one group, Синдбад. Да, Сери. Это тоже отель Синдбаба. I know, 5 star. Yes, please, come with me. Ага, это мамша, правильно? Да. И вот, смотрите, друзья. Жалко, что мы без друзей приехали. И тут. А, подожди, Андрей, это еще не все. Как не все? А что еще может быть в этом? Ё-моё! Это как вообще? Надо было брать еще кого-то. Да ты шо? Вот это да. И что, еще балкон? Не, ну тут уже... Нет, вот балкон. Все, вот, да. Друзья, ну я в шоке, честно. Ну такого у нас еще номера не было. Тут, иди, смотри, ну, комната даже жалко детская. Вот расстилать эту кровать. Ваню куда-то положим. И выход тоже на балкон. Смотрите. Ну заходи, смотри, детская комната. Это твоя комната. Ваня аж разбулся, бедняжка. Заходи. Все, есть, понятно. У нас тут это супер-пупер. А where is condition? А вот охлаждение. То есть есть тут такая система охлаждения, кондиционирования. Все, очень круто. Никаких карточек на полотенце, слава богу. Да, вот все лежит, понятно. Но карточек полотенца. Полотенца в комнате, каждый день друг убрали в комнату, поменять. Ну вот это уровень, понимаешь? Да. Уровень. А еще четверка. Why not пятерка? Почему не пятерка? 5-0, 5-star. Это супер просто. Все, thank you very much. Thank you. Давайте еще сюда зайдем. Аквапарк ресепшн. Так, ага. Я тут еще ж не показал. Еще спасибо, вот большое. Один шкаф. Ну, номер-то семейный, он же должен быть огромный. Ну, просто. И вот такой вот, смотрите, душевая. Туалет и умывальник. Проверим, какая здесь скорость интернета. Но я подключился сразу, без всяких там паролей, без ничего. И мне кажется, интернет неплохой. Ну, ребят, отлично. Это в главном корпусе вот, интернет в номере 15 мегабит. Я считаю, отлично. Вот мы вышли на улицу прогуляться, Ваню отвезти в детский клуб. И здесь вот как бы есть аквапарк. Я так понимаю, это имитация волны, там может быть даже есть какая-то. Это что такое? Это еще один ресторан «Ботаника» называется. Тут тоже можно позавтракать, пообедать и поужинать. Есть расписание. Ага, есть такое. Так, там какая-то дискотека. Да. Смотрите, какое оформление здесь. Это камыши, что ли? Театралка. Ваня, аккуратно, смотри. А вот и какой-то аквапарк, я вижу. Горки, вот туда. Это бассейн с искусственной волной. Да, да, да. Я уже заметил. Давай руку. А, вот детский аквапарк. Не, ну неплохо. Так, главное, деревья такие, знаешь, как не какие-то пальмы. А вот что-то. Вау, вот Ваня, смотри. Приближенное к нашим деревьям. Какие-то как. Морин. Ты. Ух ты. А мы не взяли никакие сейчас. О, смотри, тут песок, как на пляже. И выходим, выходим, выходим. Давайте попробуем водичку. Ну, кстати, друзья, вода холодная. Вот играют в дартс. А вот и, ребятки, детский клуб. Game day сегодня. Давайте зайдем, посмотрим, что там. Здесь расписание. Сегодня у нас суббота. Game day. Сегодня будут, Ваня, игры. Давайте посмотрим. Есть ли там вообще детки в этом клубе? А, нет, он у них работает до 12:30, да. Good morning! Hi! Half of kids is play outside with another animation. So where we are here. Hi, buddy! Where is outside? They are near the pool.
Что-нибудь рисуют. Тут прохладно, чувствуется, кондиционеры работают. Вань, ты... какие-то игрушки. Какие-то... Ты будешь тут играть, Вань? Такие вот. Будешь тут играть? Ваню оставили в детском клубе ненадолго. А вот какой-то аквапарк. Здесь две горки. И там горка. И там еще какая-то горка. Давайте посмотрим. Ну, вода теплая. Чего? Теплая? А, то есть Юля говорит, вода теплая. Может, мне показалось, может, там тоже теплая вода в этом, в детском. Мы градусник забыли, поэтому надо еще раз попробовать. Сегодня мерить не будем температуру. Ну, по ощущениям. Обычно, если теплая, то 28 градусов. Ребят, сколько мы не проверяли, в бассейнах где-то вот такая температура. А пошли, вот там еще есть другая горка. А вон, похоже, какой-то детский аквапарк, видишь? Это лазалка детская площадка, большая. Это которая возле ресепшена, да? Да. Все, я понял. Возле ресепшена есть вот такая вот детская площадка, лазалка. Тут просто еще три горки. Я бы не сказала, что они детские. Нет, это не детские, да. Но... Есть детские чуть дальше. Мне кажется, октопус называется. Здесь вода, наверное, тоже теплая. Ну и детская площадка очень большая. Да. Сухопутная. Посмотрите, какая она большая. Ну, здесь почти никого нет. Здесь вечером хорошо. Ну сейчас, в принципе, еще не так жарко. Вот смотри, анимейшн. Вот они здесь это. Похоже, анимация и здесь ведь не занимается. Теннисные корты здесь, вот детская эта лазалка, площадка. Вот она прямо вот перед ресепшеном. Справа. Да. Симба. А слева от рецепции, от ресепшена, это вечерняя анимация проходит. Покажем вечером. Точно, да. Мы же здесь были, здесь на Новый год было красиво, все украшено. Возле ресепшена еще вот есть... Ну, тут, какой-то, понятно, Заза. Масла. Кафе. Но там ничего не работает пока. Да. Может быть, позже. Может, будет. Вечером. Это, да, наверное, там какие-то снеки. Сувениры. Но нам надо вот так обойти. Вот бильярдный стол какой-то есть. Такой себе, конечно, не очень. Но он есть. Ну что, друзья, сейчас еще хотим вам показать, что находится за территорией отеля. Отель расположен в самом, можно сказать, центре Хургады, в районе Каусер, где много ресторанов, магазинов. Ну, то есть это такой самый популярный район, здесь живет очень много экспатов. То есть если вы приезжаете не на один день, как мы, то вы можете просто вечерком выйти прогуляться по городу, тут сразу будут магазины, какие-то аптеки. Вон лимузин, пожалуйста, можно сразу поехать. Если вы выходите, поворачиваете направо, там как раз пляж, можно выйти еще с другой стороны. И туристический променад Мамша вот здесь. И получается, выходите вы на дорогу, здесь очень много магазинов. Мы сейчас вот хотим в аптеку зайти. Очень удобное расположение для того, чтобы познакомиться с Хургадой, а не просто сидеть в отеле все время. Там есть... Макдональдс, там есть KFC, если вам вот будет нечего кушать. Ну, в чем я, собственно говоря, сомневаюсь. Ну, в общем, смотрите, вот тут все вечером светится. Этот променад небольшой. Короче говоря, неплохое место. Да. Особенно для тех, кто вот первый раз приехал в Египет, в Хургаду. Да, и здесь вот сразу аптека, если, не дай бог, кому-то понадобится. Ну или просто прийти купить какие-то витамины, таблетки египетские. Да, кстати, только много не берите. И разберитесь с тем, что можно брать, что нельзя брать. Например, такие таблетки популярные, как 1, 2, 3, они содержат какое-то запрещенное вещество, их нельзя много вывозить. Максимум там, может, одну пачку. И вот фармаси. Ну, вот такая вот аптечка. А нам сейчас... Сейчас вот смотрят на наши браслетики, и у нас цена будет раз в 10 дороже. Вот он. Так, так, так. This drops the Egyptian, yes, we...
Вот, друзья, вот смотрите, какая ситуация. Сколько стоит капля? Она говорит, 200 фунтов. Будем брать? Да, давай возьмем. Мы а берем где тут в сорте написано? Коробку, а там написано. Купили мы капельки. А мы свои дома забыли. У Ваньки что-то глаза слезятся. Так вот, что хотел сказать. Вот мы зашли, сколько стоит капля, она такая дает нам пачку, говорит, 200. Ну и... Ну мы знаем цену. В процессе вот, обсуждения цены и того, что здесь на коробке снизу есть прайс, то есть оно на арабском написано, вообще непонятно. Берете транслейтер, наводите туда камеру, и он показывает, что там написано 11 фунтов стоят эти капельки. 20 раз нас пытались обмануть. Все, мы идем в общем в отель. Мы вам показали Мамши, мы вам показали, что это центр города. Поэтому будете в отеле, гуляйте на здоровье. Ресепшн, и есть такой бар. А я смотрю, здесь даже... А что это такое? Два. Натуральный кофе? Natural? Автомат? Нет, с автоматом. А this not working? It's for money? Why you don't this coffee, use for money? I want from this machine. Yes. It's free? It's possible. It's possible. No, it's not natural. It's Nescafe. I want natural. Okay? No. Давай. Two. This one and this. Видите, тут и так могут делать. Но нам что-то сразу налили Nescafe. Ну, потому что проще, и, конечно же, не хочется. Нажал на кнопочку, оно само приготовилось. А тут надо приложить усилия. Но если вы попросите, хорошо. И вам сделают. Да, поэтому имейте в виду. Сказали, что здесь все бесплатно. Все джусы, мы попробуем эти джусы. И даже конечно. Фреши, мы посмотрим. Да, да. Пинаколады, я смотрю, здесь есть. Голубая лагуна, как обычно, здесь тоже есть. Ну, круто. Вау, ну могут же, могут сделать. Yes, yes. Best hotel. Best hotel, да. А can you americano without milk? Only americano, да. I don't want this, okay? Я не хочу мисс. Так, а я пойду выберу столик. Давай, в библиотеку иди. В библиотеку. Да, иду. Давай. Спасибо. Thank you very much. Bye. Прошу. Кофе забрали на полпути в библиотеку. The library. Это сервис называется. Друзья, ну это что-то нереальное. Тут просто какие-то книги. Вот интересно, они настоящие или нет? Да, настоящие книги. Вот выбирай, что хочешь. Thank you! Выбирай, что хочешь, читай, что хочешь. И там камин, и здесь камин. Видите как? Ну что, Юлик, как тебе? А здесь видно вот... Видно что? Этот шатер анимационный. Да. Тоже мне очень нравится. Вечером здесь покажем анимацию, даст Бог. Ваньке будет лучше. Что-то он какой-то раскис совсем. Друзья, вот наше кофе. Уютно и здесь очень. Очень мне нравится. В общем, очень много здесь какой-то... Чем заняться? Вот теннис есть. У тебя тут друзья. Ну, как-то тоже прохладная водичка, мне кажется. Но не тянет она на бассейн с подогревом. Вот мы еще нашли горки детские. Да! Смотри, боже, да тут много. Ух ты, ну я не сказал, что это детская. Прям серьезный унитаз тут. Но спасатель есть, уже хорошо. О, плюшки. И вот сладкая вата. И попкорн здесь есть. Ребятки, нам будут делать сладкую вату. Да? Редко где в отеле готовят сладкую вату и попкорн. Ну, в каком-то последнем был. А, Лонг-Бич. Лонг-Бич, но это было в зоне пятизвездочного отеля. И это временно пока. Временно, а не пока. Разрешили пользоваться... Вот посмотрим, какую здесь. Помнишь, какая несчастная была вата в Лонг-Бич? Такое ощущение, что аквариум еще не научился здесь. Во. Ого,
большая. Thank you. One. И мама хочет. Я хочу. Вот не пойму, почему мы раньше в этот отель не приезжали. Это вокруг ездили туда-сюда, а вот этот отель оставили на потом, да? Да, вот детский аквапарк. Смотрите, детки тут прыгают, бегают. И вот такой тут есть еще. Друзья, и видно, что во всем отеле вот такие вот, ну, не то чтобы новые лежаки, но понятно, бывает и такое. Но матрасы классные, новые. Сейчас попробуем еще воду в этом детском аквапарке. Так, да? Ну, ребят, ну градусов 25, может 26. Ну, не 28, точно. Вот пришли мы на детские горки. Классные горки. Прям продуманный фонтанчик, но холодный бассейн, ледяной, никого. То есть поплавать здесь мы не можем, идем дальше. О, друзья, слышите песню? Мальчик хочет Тамбов. Кто знает, кто 80-х, 90-х, ставьте лайк. Потому что, наверное, современная молодежь эту песню уже не знает. В общем, идем искать другой теплый бассейн. Где-то он есть. Дай бог вспомню, где он, где-то был, помню. Ты знаешь, да? Вот, а тут началось какое-то шоу. Дэнсинг-шоу возле бассейна. Так, друзья, а у нас же обед в отеле Синбад. И обед начинается из чего, Юля? Суп. Это что за суп? Вермишелевый суп. А и это? И говяжий гуляш суп. Блин. Я не знаю. Я не знаю, Ваня будет его кушать? Может, вермишели мы взять? Хорошо, суп возьмем, пошли посмотрим, что еще есть. Здесь пасту готовят. А, да, вот смотрите, паста, рис. А это что? Курица. Курица. Это картошка. Картошка, это какие-то... Это рыба. Рыба, да? Да. А, вот смотрите, 84 калории на 100 грамм. Баклажаны чем-то фаршированные. И горошек. О, вот это я возьму. И жарят вот там стейк. Видите? Маленький стейк. Вау. Биф. Наверное, биф. Картошка фри. Не самое полезное. Ваня, больше не берем. Что здесь? Ой, горячая. Да, я возьму. Вот такая картошка. Вот такие фрикадельки. Какая каша? Каша какая-то. Равион Тухорбис, это египетская еда. Какая? Египетская кофта. Кофту надо брать тоже. А что это такое? Ну, это вот они показывают. Это из чего кофта делается? Да, да. Понятно. Так, ну и здесь... Это жареные овощи. Vegetable, да. Рис, овощи, какая-то запеканка. Это вегетарианский, да? Уголок. А, вот, смотрите. Да вы посмотрите, какая рыба. Еще одна рыба, еще одна рыба. И рыба. Да. Опять же, овощи. Овощи, овощи нарезанные. Зеленуха. Лучок, помидоры, огурцы, зелень. Ну, опять же, сыры, маринады. Овощи, овощи, овощи. Мы были в пятерках, которые похуже были. Масла. А это что такое? О, это что, восточные сладости? Раз. Началось. Что же будет на ужин? Обычно в обед немножко, а на ужин вообще прям столы ломятся от этих тортиков. В общем, надо пробовать. Ну, конечно же, яблоки. Фрукты, как будто картошка по-нашему. Красиво. И вот такие восточные еще. А здесь что? А здесь пицца. Ну и понятно. Хлеб.
на детском уголке, а вот тоже здесь какие-то тортики, бутерброды. А это овощное что? Пюре. Будет ли, Ваня, такое есть? А, и блинчики какие-то даже есть. Митболы, чикенбургер. Ну, мы так по-скромненькому, конечно. Я макароны. Ваня, Ваня, да, макароны, но... Ну, ему и не знаю, что там сейчас такого. Ну, что-то немножко расстройство у него, да. Вот я взял... Макароны длинные. Длинные, да? Да, посмотрим. Ну, не выбрасывай. Насколько они длинные у тебя? Вау, длинные макароны. Я решил попробовать вот это вот биф. Это мясо, оно такое тоненькое. Да. Еще баклажаны хочу попробовать, какие-то вот фаршированные. Взял также рыбу, вот такую вот, да? Потому что в отелях не так часто рыбу дают. Кофту взял попробовать, я могу тебе дать. Одну. Да, и немножко вот это вот мелкой вермишели. Овощи на гриле какие-то или на сковородке, ну, в общем, жареные. Кофта, понятно. Зеленушка, лук. Сердечко, видите? Чуть-чуть пиццы. Огурцы. Юля, у тебя это фрикадельки. А это что такое? Курица на гриле, рыба на гриле, митболы и тоже баклажан. Сердечко, ничего себе. Да, ребят, я уверен, вас мучает вопрос, а как же здесь вино и пиво в этом отеле? Вот сейчас мы все это дело попробуем. Нам мы сейчас... заказали вино? Да, нам мы заказали белое вино, и сейчас будем дегустировать. Нет. Посмотрите, какая девушка у нас пошла. Это потому, что... Вся вот такая татуированная. Видно, что Европа в этом отеле, да. Это моя. Потому что больше половины людей вот, татуированы с ног до головы. Все серьезно. Кофта очень вкусная. Да, такой с дымом. Сейчас попробуем вот это вот мясо. Мясо, но оно жесткое. Но мы тоже такое берем дома, оно жестковато. А ну пробуй кусочек. Такое у нас продается в Гомеле, мы выбрали. Ну, на вкус? Хорошо, на вкус вкусно. Да. Замариновано. А еще вот это вот мясо было вот с таким вот какой-то грибной соус. Сейчас попробуем. Нет, с соусом. И кажется, нам несут вино. Thank you. Ну, как бы у Юрия день рождения, друзья, поэтому... Мы решили... Да, мы приглашали друзей, но они там все заболели и, в общем, не смогли. Поэтому давай, за тебя. И не надо спрашивать, сколько жене лет. Это неприлично. 40 лет это вообще неприлично. Я вообще не стесняюсь. Да? Да. В прошлом году мы отмечали день рождения в Ирландии, и меня спрашивали, что это. Ребят, а вино вкусное? Уже старое. Да ладно, что ты там? Ну что, напишите, жаль, такая старая. Моложе надо искать уже. Все? Да, нет. Вообще, я читал... Да мне скоро 41. Вообще, я читал, что 40 лет... Жизнь только начинается. Да, это раз. А во-вторых, 40 лет заканчивается срок годности нашего физического тела. Поэтому... Надо себя беречь. Да, после 40 закончилась гарантия, и все, ребят. Все, что сейчас у нас с нами происходит, уже не по гарантии, уже... Ну, как-то так. Поэтому давайте. В общем, здоровья нам всем, молодости, ну, короче, до 100 лет. Все. Ваня решил дельфинчика себе нарисовать. Можно выбрать тут разную картинку. Слава богу, что не это он выбрал. Ваня сказал, мама, ну ты же любишь дельфинчиков. Поэтому я нарисую дельфинчика, да? Сидит такой. Не шевелится прям. Очень любит Ваня у нас рисовать на лице, да, Ваня? Так, ребятки, а вот смотрите, значит, вот аквапарк, и какие здесь номера есть? Да, вот нам бы, наверное, больше понравились номера. Ну, вы же понимаете, да? В этом районе. Жинке дали семейник трехкомнатный, но ей хочется сюда. Ну, а зачем? Ну, мы приезжаем, да, на один день, мы в номере не сидим. Нам надо, чтобы все было рядом. Вышел, быстро-быстро везде пробежался. Короче, вам понятно, да, вот какие здесь номера есть? Можно вот так вот на террасе взять.
попросить доплатить, не знаю, забронировать. Можно вот где-то на этаже с видом на аквапарк. Ой, господи, Вань, что ж ты под ноги? Ну или семейники, как у нас. Ну, вот здесь, допустим, все близко. И ресепшн близко, и аквапарк близко. Да. Ну вот, кстати, этот свободен, я смотрю. Да, много свободных. Вот если бы мы были в курсе вот этой ситуации, я думаю, мы бы попросили вот здесь номер. Да. И я думаю, нам бы не отказали. Ну, да, потому что наш номер, он дороже, который нам дали. Thank you, thank you. Все стараются тебе тут сними вот эту. Да я уже снимал эту стену. Гарри Поттер. Какая-то... Здесь можно снять какую-то очередную серию Гарри Поттера. Сейчас я вам покажу, что из себя представляет ужин в отеле Синдбад. Так, вот моя жена. Юля. Что ты взяла, Юля? Это Ваня. Это Ваня? Ваня у нас любит цветную капусту, кстати. Будет моя жена. Покажи. Ух ты. Красотка. Ну, давай. Так, здесь что-то. Ну, здесь паста, приправы, сыр. И это похоже на печенку или мясо. Непонятно. Рис. Курица, чикен. Это капуста. Какие-то блины. Картошка. Ух ты. Ну, красиво же, ребят, красиво. Нудлс. Типа лапша. Картошка фри, похоже, и рыба, но она просто для красоты. Здесь у нас, а здесь, собственно говоря, вот эта рыба и есть. Это у нас рис. Это какие-то голубцы. Вот такая вот, вот шаурма. Смотрите. Здесь, похоже, печень жарят. Какая-то... А здесь тоже рыба. И что-то куриное. Опять же рис. Это жена моя. Это Ваня не хочет. Это какие-то чипсы. И всевозможные тут остатки, я так понимаю, с обеда. Какие-то супы. Ну и вот мы вот здесь вот расположились, в внутреннем ресторане. Кстати, ребят, какая-то была ситуация непонятная. Мы подходили в ресторан буквально полчаса назад, и нас не пустили. Сказали, что ну, как детям сейчас сюда доступ закрыт. И нам пришлось ждать. И вот в 8 часов открыли доступ для детей. Значит, здесь вот овощи, овощи, овощи. Какие-то есть суши. Всевозможные суши. Надо будет попробовать. Но там, скорее всего, морковка. Ничего такого особенного. И тут какие-то вот суши, сыры, фета, опять же, типа суши. Какой-то рыбный день сегодня, что ли. Суши, суши, суши. И здесь, ну, красиво, красиво. Интересно, вкусно ли это все? Надо будет взять попробовать. Масла. В общем, неплохо. Ну, вот, вот эта ситуация с детьми. Мы тут рассказывали, что это не знаю что, честно говоря. Какой-то бисквит, что ли. Ситуация с детьми непонятная. Это вроде отель ориентирован на детей, а тут детей не пустили на ужин. Тортики, тортики, тортики. Да, так я и говорил. Ага. На ужин здесь много сладенького подают. Как и везде, собственно говоря. Какие, вот какие. Восточные сладости. Безе. Клубника, сейчас сезон у них клубники. Клубника стоит по 50 центов килограмм, поэтому можно подавать. Ну, яблоки, фрукты, это понятно. Бананы, вава. И здесь пицца. Интересно такая, да? Хлеб, 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 булки. Все, я вам все показал. Детский уголок. Ну, то же самое, только для детей. Ваня у нас кушает клубнику и морковку. У нас диета, да, Ваня? Нет. Он не хочет вам кушать. Я взял какую-то печень.
какой-то непонятный шаурма или что это, попробовать хочу, и какой-то блинчик. А, ну и кусочек рыбы. Дальше васаби, огурец и оливки, да. Ну и немножко тортика. Конечно же, пиво египетское, сакара. Кто не знает, ну, такое себе пиво, ну, пойдет. Юль, ты думаешь, эти суши нормальные? Ну, это ж суши, просто рис и... Ну, морковка. Ну, вот крабовая сын. Палочка египетская, невкусная. А вот это, я не знаю, ты пробовал эту рыбу? Эта рыба, она невкусная. Ну, да? Ты попробуй, но она мне вообще не зашла. Она такая какая-то, какой-то привкус такой. Да я даже пробовать не хочу. Нет, ты попробуй. Может, мне показалось. Ну, вот эта курица вкусная. Курица – это курица, понятно. Но суши… В таком сладком соусе. Сколько мы не брали в этих отелях эти суши, просто рис слепили с морковкой. Ну, как бы ужин такой, мне кажется, слабоват. Ну, ты понимаешь, как бы все есть. Мы просто не хотим это кушать. Может быть, ну… Народ. Ну, как-то нет гриля, как-то вот… Ну, ты видела, как там фаер-шоу устраивали? Ну, что, макароны они жарят? Эти овощи прям вот на огне готовили, там прям такой огонь до потолка. Нет морепродуктов, нет... Есть рыба. Вот я взял рыбу, кусочек, рыба? Вот. Вот это кусочек рыбы. Но это не на гриле, конечно, но... короче говоря, ребят, мы переели. Мне показалось, что вот не очень. Сладости тоже обычно вечером тут прям... Ну, обычно вечером в отелях на ужине очень много разных сладостей, и они там разнообразны. Здесь то же самое. И... Мне кажется, завтрак был здесь круче всего. Да. Завтрак был просто космос. Обед слабее, а ужин самый. Может быть, сладкий. Я не знаю, надо еще в Ботаник сходить. Но здесь еще есть рестораны а-ля-карт, и если вы приезжаете больше, чем на 5 дней, можно ходить туда, записываться. Наверное, там... Должно быть что-то интересное. Ну, короче, все неплохо, но как-то слабенько что-то. Ну, вкусное. Сакара. Нормальное египетское пиво. Пиво наливают в нормальные стаканы. Холодные, да. Стеклянные стаканы. Все, все отлично. Окей, ребят, у нас еще будет какая-то там дискотека детская и цирк, да? Цирковое шоу. Попробуем снять. Покушаем, нам всем приятного аппетита и пойдем на анимацию. Это подводная лодка, которая этого отеля показывает по монитору. В общем, рекламу делают. $50 стоит, как нам сказали. Ну и, конечно же, это игровые автоматы. Hello. Ой, видишь, как мотоцикл какой, да? Ну, все понятно. Все для детей. Там еще какой-то бар. Очень большое такое вот пространство. Ну да. Для проведения вечерней анимации, шоу. Очень комфортные здесь столы, кресла, диваны. Мне нравится, вот как именно в этом отеле организовано.
А сейчас мы вам покажем, какой же пляж в этом отеле Синдбад и как туда попасть. А вот тут есть лестница на второй этаж, и там тоже разные кровати. Это зона отдыха, да. Зона отдыха, и вот клиника. Это второй выход из отеля со стороны Мамш. Понятно. Тут опять же сувениры и различные масла. Что-то можно купить, какие-то, я смотрю, сигареты есть. Но если вы уходите вот на Мамшу, там вот прям целая улица, опять же, вот этих всех сувенирных лавок, различных магазинчиков. В общем, все, что хотите. Друзья, вот Синдбад Клуб, этот второй выход. Вон там на третьем этаже наши балконы. И это Мамша. Понятно, да? Магазины все. Движение. Это типа Ашан. Мимо вот этого бычка, вот туда пляж. 3 минуты. 3 минуты можно. А здесь пешеходная зона. Здесь вечером все светится. Можно гулять, ездить на чем-нибудь, кататься. Тут курсирует какая-то машинка. Вот, похоже, то она едет. Ну, ребят, тут идти 3 минуты. Я не знаю, зачем тут машинка. Может, для каких-то стареньких там, кому тяжело. То есть, поэтому считается, отель не первая линия, а как бы вторая. И вот мне интересно, где же вся вот эта проверка? Кто мы вообще? Кто будет смотреть, ну, на наши браслеты посмотрит? Мы сюда вышли первый раз. Купаться мы не планируем, просто посмотрим и немножко поснимаем, что здесь, как здесь. Вот смотрите, какой-то кафе-бар. Здесь, наверное, возможно даже перекусить. Вот пока мы идем, приехала еще раз эта машинка, смотрите. Вот такая ситуация, но зато песок. Хочешь поплавать по ступенькам и сразу глубоко. А, ребят, ну пляж есть дальше. Водичка прозрачная. Какой-то катер этого отеля. Смотрите. Какая интересная штука. Друзья, вот подводная лодка этого отеля. А почему бы и нет? Вот если есть такая возможность. Почему бы не купить себе подводную лодку, в конце концов? Ну, интересно так. И вот смотрите. И вот, пожалуйста, обычный песчаный пляж. Не хочешь нырять с этого понтона? Иди, вот. Песчаный пляж. Можно за $50 на ней поплавать. Там можно еще позагорать. А здесь вот, похоже, что-то делают. К этому сезону готовятся. Я подозреваю, что вот... Ребятки, да они, наверное, будут просто это все дело, эту всю платформу. Видите, там лежаки будут. Там лежаки. Вот канаты. Оно все плавает. Подозреваю, что это будет все просто в море в этот транспортировать. И там вот люди будут отдыхать на этой штуке. На этой платформе. Вот, а там уже куча рыб. Очень интересно. Честно, меня немножко удивил этот Синдбад, ну, с этой вот подводной лодкой, с какой-то плавучей платформой. Ну, как бы нестандартный пляж у них, как у всех отелей. Их такое вот что-то. Почему бы и нет? Надо с чем-то отличаться. Атмосфера прям. Все так под навесом, как этим, да? Ага. Так красиво. Ну, то есть здесь есть... хочешь пляж обычный, да? Да, вот заход есть дальше. Здесь... Вот подводная лодка, там какой-то у них катер такой необычный стоит.
развлечений. Здесь есть столовка. Вот так вот. Да, Юля говорит, здесь можно пообедать. Скорее всего. Ну, good morning. Похоже, здесь и мороженое будет. Все, друзья, а вот я смотрю, что лежаки те же, полотенца нашего отеля. Все, пожалуйста. Классический пляж. Без всяких тебе там этих понтонов. Детей сюда. Песок. Класс. Камней не вижу. Все отлично. Там вижу буйки. Видите, там далеко. Похоже, сеть натянули. Мне так кажется. Ну, чтобы никакая акула, не дай бог, не заплыла. Вот и подошел к концу наш отдых в отеле Синдбад. Мы бронировали отель на одну ночь, все включено. Через туроператора Join Up. Да, мы сами оформляем себе эти все наши отели, бронируем для наших зрителей. Можно нам написать, Telegram. И мы тоже забронируем вам отель, который вы захотите, в любой стране практически. Отель нам понравился. 4 звезды, вышел он нам 3800 гривен, это $100. Но это четверка, но четверка хорошего уровня. Да. Питание отличное. Хорошее питание, да. Дальше, сервис супер. Да, есть обслуживание, официанты. Да. То, что как бы свойственно пятеркам в основном. Хороший здесь пляж. Ну, мы, правда, не плавали, не ныряли, не знаем, какой здесь подводный мир. Но находиться здесь очень приятно. Здесь хорошие лежаки, есть бар, есть ресторан. Да, давай. Есть своя подводная лодка. И катер. И катер, да. И, ну, в общем... номера, ну, в общем, все немножко старенькое, понятно, ремонты, но нам просто повезло с номером, поэтому нам грех жаловаться, у нас был семейный. Есть бассейн с подогревом, да. Есть аквапарк, детский клуб, то есть, в принципе, все как бы супер. Да, вот анимация, очень честно, ребят, по анимации, у нас основные выборы, критерии выбора отеля, это все-таки анимация. Детская. Ну, анимация именно детская, разная. Да. И потому что... Мы не ходим на всякие там эти зарядки, это понятно. Да, но надо, чтобы ребенка, он игрался с кем-то, чтобы там за ним присматривали, потому что ему здесь грустно будет, если не будет анимации. И нам будет, ну, как бы невозможно тоже отдохнуть или что-то поснимать. Поэтому анимация для нас главная. Вот опять же, честно скажу, что в сравнении, например, с тем же отелем Long Beach, то анимация здесь, ну, похуже. Вот, ну... Ну, или Ваня наш немножко приболел, да. И он не был настроен просто на... Да, мы вчера вечером просто, Ваня тут прихватил животик, болел, температура была, и мы вчера вечером ходили в клинику. При отеле, да. То есть подошли, там круглосуточно есть доктор, он подошел, все пощупал, проверил животик, сказал, что это не аппендицит никакой, просто какая-то, скорее всего, инфекция, эффект грязных рук, скорее всего. И, в общем, прописал нам там лекарства. У каждого есть страховка, вы можете воспользоваться своей страховкой. Ну, тоже обращать нужно внимание, с франшизой она или нет, потому что прием врача стоит $30. Да. Если у вас страховка с франшизой, то уже нужно смотреть, какая там сумма. Если у нас, допустим... У нас франшиза $30. Франшиза $30, да. Вот поэтому, вы, конечно, лучше брать вообще без франшизы. И еще большой плюс этого отеля – это расположение. Ребята, это Каусер, это, можно сказать, центр Хургады. Здесь можно и погулять, и по магазинам пройтись, и что-то купить. Поэтому, ну... Это я считаю плюс, потому что бывают отели такие, которые за городом, нужно ездить на такси. Дорога, да. И больше ничего нет. Вышел, да, дорога, и такси дорого стоит. А тут здесь все рядом, все. Ну, это плюс. Контингент такой вот, в основном европейцы. Сейчас, наверное, процентов 90. Идем. Германия, Польша и все. Вот, друзья, поэтому лично нам понравился. Я считаю, что цена-качество, ну, соответствует. В общем, достойный отель. Да, территория можно комфортно, уютно, все недалеко. Нет корпусов, которые там надо ходить в ресторан полчаса. Я считаю, хороший отель. Да. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. На наш инстаграм. Подписывайтесь. Да. В телеграме можно задать нам любой вопрос, спросить по турам. Да. Если вы хотите что-то забронировать, посмотреть информацию по отелям, по нашим путешествиям. Все. Все. Пока. Пока.